1 мая этого года упрощается процедура получения номера ПЭСа для иностранцев. После вступления поправок в закон об учете населения, иностранцы смогут получить аналог идентификационного номера без прописки и предоставления договора о снятии жилья. Благодаря новым правилам местные органы власти смогут предоставлять номер ПЭСа иностранцам по их просьбе. Это позволит налогоплательщикам легче подавать налоговые декларации, оплачивать налоги, да и просто упростить жизнь. При расчете налогов появится возможность воспользоваться льготами и вычетами, а также возврата переплаты налога. Налогоплательщики, чей идентификатор является ПЭСЛ, но которые ранее использовали НИП, до дня вступления в силу законов имеют 30 дней, чтобы изменить данные.